Утюг с керамической подошвой и автоотключением. На распаковке утюг Polaris PIR 2821AK. В комплект также входит стакан для воды, инструкция и гарантийный талон. Утюг выполнен в приятном сочетании золотистого и черного цвета. Сверху на ручке расположена кнопка разбрызгивания воды и регулятор интенсивности подачи пара. С внутренней стороны прозрачный курок подачи пара. На корпусе под ручкой находится переключатель режимов работы, который плавно регулирует температуру утюга. Сетевой шнур длинный – 3 метра. Вращается на 360 градусов. Керамическая подошва утюга обеспечивает плавное скольжение и защиту ткани, независимо от того, что вы гладите – нейлон, шерсть или лен. Еще у утюга зауженный носик. С ним легко разглаживать мелкие детали, например, манжеты или ворот рубашки. Емкость резервуара для воды не маленькая – 400 мл. Отверстие для его наполнения расположено в привычном месте под прозрачной крышкой. В числе функциональных особенностей модели отметим вертикальное отпаривание, защиту от накипи и противокапельную систему. Еще тут есть функция автоотключения. Если оставить нагретый утюг на подошве или на боку, он автоматически отключится через 30 секунд. Если он находится в вертикальном положении – через 8 минут. Этот утюг подойдет всем, кому нужно отпаривать сложные изделия и разглаживать мелкие детали, а также тем, кто забывает выключать утюг из розетки.